بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Первый вопрос. Бима тудраку джамаа. Посредством чего человек постигает коллектив, то есть джамаат. Имеется в виду, если ты опаздываешь на коллективную молитву и приходишь на коллектив. Если ты, например, сел, к ряду подсел так, прямо перед сам салямом. Считается ли ты то, что ты достиг этого или постиг этот коллектив? Или считается, что ты уже опоздал на него? Хия Каулян, в этом вопросе два мнения. Аль-Ауаль, первое мнение. Анна аль-джамаа тудраку биидрак аль-ма'мум аль-имама кабля ан-юсаллима. Первое мнение заключается в том, что человек постигает и успевает на коллективную молитву, если он успеет подсесть в ряд до того, как имам даст салям. Валю бишейн ясир. Даже если ты успел подсесть и прошло совсем мало времени, имам сразу дал салям. Ваза Каул Ахмад Тильмашури Ан, и это мнение имама Ахмада, в одном из, который является известным от него, а также Шафии и его последователей, то есть шафиитов, а также мнение ханафитов, и это мнение Абу Ваиля. Дальше. Ядулла Аля Адал Каул Хадис Абу Хурейра Аллази Фильбаб, и на это, на правильность этого мнения указывает хадис Абу Хурейра, который у нас в главе, в нем сказано «Ма Адрактум Фасаллю Ва Ма Асатакум Фаатимму». То, на что вы успели, то это прочитайте, а то, что вы не успели, так, то сами дочитайте. Это хадис под номером 407 у нас в главе. Отсюда берется, что хотя бы если на немножко ты успеешь в коллективе, то твой коллектив считается тебе засчитанным. Астани, второе мнение, анналджама тудраку бейдрак ракаатин камиля. То, что человек получает награду за коллектив и считается успевшим на него, только если он успеет совершить вместе с людьми целый полный ракаат. Говорит и это мнение имама Малика, имама Ахмада в одном из ревиатов от него, и это мнение у шафиитов, и выбрал это мнение шейхуль ислам ибн Таймия. И это мнение Ата ибн Аби Рабаха, и вдоль это они использовали хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман адрака ракаатан мин ас-сала, факад адрака ас-сала». Тот, который успел на ракаат намаза, тот успел на намаз. Это хадис у Бухари и Муслима со слов Абу Хурейры. На самом деле, это хадис относительно чего? Относительно достижения не коллективного намаза, а относительно чего? Успевания на сам намаз. То есть, если ты успел до выхода времени намаза совершить один полный ракаат, то ты считаешься из тех, которые успели совершить этот намаз вовремя. Если же меньше этого, то ты уже считаешься из тех, которые не успели совершить этот намаз вовремя. Калю, они сказали, «Аль-Мурад бихи идрак аль-джамаа». Но это, приверженцы этого мнения сказали, что в этом хадисе имеется в виду успевание на коллектив, а не просто успевание на время намаза. Факаджа фирива фи муслим, потому что пришел ривайат у имама муслима, где сказано «Манадра карака атан мина сала мааль имам». Здесь подпишите «мааль имам», здесь пропущено у нас. «Манадра карака атан мина салати мааль имам, факад адрака сала». Кто успел на ракаат намаза вместе с имамом, тот успел на намаз. То есть из этого ривайата понимается, что в этом хадисе имеется в виду успевание на коллективный намаз, а не просто на успевание времени намаза, так или нет? Каля Абу Абдилла, говорит шейх Мухаммад Хизам, «Ал-Кавляни Кавиян». Оба этих мнения являются сильными. «Вал-Кавлю Л-Ауаль Акраб Иля Саваб». Но первое мнение является более сильным. «Вамма хадисовым», а что касается их хадиса, то есть хадиса второй стороны, «Фальмурад бихи идрак аль-вахт кабля хуруджихи», то в нем имеется в виду успевание на намаз до выхода времени этого намаза. Камаджази хадис Аби Хурейра Тисахейн, как это пришло в хадисе Абу Хурейра у Бухари и Муслима, Минтурихин Ухра, по другим иснадам, в нем сказано, «Ман адрака ракаата мина суб, кабля антатлю ашам, факад адрака суб». Тот, который успел совершить один ракаат утреннего намаза до того, как вышло солнце, тот считается из тех, которые успели на совершение утреннего намаза. Уамислю фил аср. И дальше приходит такой же относительно намаза аль-аср. «Вамма зияда ма аль-имам», а что касается этой добавки, кто успел на намаз вместе с имамом, переводит муслим, то есть ревает приходит у имама муслима. «Фахия зиядатун гайру махфуза», и эта добавка является недостоверной. «Факад ахраджа муслим», имам муслим приводит его по дороге Хармаля от Абдулла ибн Вахба, от Юнуса, от Юнус ибн Язид аль-Айли, так, от ибн Шухаба, то есть от Зухри, от Абу Саламы, то есть ибн Абдурахман, от Абу Хурейры. Затем сам же имам Муслим приводит этот хадис от ибн Уйейны, от Аузаи, от Малика ибн Анаса, от Юнуса, так, от Юнуса ибн Язида того же, как от него передает ибн Мубарак. И все они передают кого? Все они передают от Зухри, а также Абайдулла ибн Умар.
все они передают хадис от имама Аз-Зухри без этой добавки. Понятно? Значит, смотри, у нас есть хадис, в котором пришла эта добавка. Это один из риваятов, который передает Ибн Уах от Юнуса от Зухри. И здесь ошибся кто? Ибн Уах. Ибн Уах ошибся. Потому что этот же самый хадис передает Абдулла ибн Мубарак от того же Юнуса от Зухри уже без этой добавки. А также вместе с Юнусом от Аз-Зухри передают этот хадис, еще множество передач, которые мы перечислили, все они передают этот хадис без этой добавки. Говорит Паля Алимам Муслим, поэтому сам же имам Муслим, после того, как привел эту добавку, сказал, «Лам язкуру паулягу мааль имам». Все эти передатчики не упоминают этой добавки, мааль имам. То есть имам Муслим привел эту добавку в своем сборнике не для того, чтобы указать, что она является достоверной, а для того, чтобы наоборот указать, что Абдулла ибн Уах ошибся в этом риваяте и привел его не так, как его все остальные передатчики. Так имам Муслим иногда делает, так имам Муслим иногда такое делает. Значит дальше. Культу говорит шейх Мухаммад Хизам, вараллаху ани зухри айдан, а также от имама Зухри передают этот же самый хадис еще другие люди, то есть уже вне сборника имама Муслима в других местах. А это Шуайб ибн Аби Хамза, Яхи ибн Саид, то есть Аль-Хаттан, также Язид ибн Лхад, ибн Джурейч, Курра ибн Абдурахман, и все они бидун хазин зияда, тоже без этой добавки. Значит, добавка ма'аль-имам в этом хадисе является слабой, шазза, так, недостоверной, несохраненной. И правильный ответ в этом вопросе какой? То, что если человек успеет хотя бы на небольшую часть коллектива, успеет подсесть к ряду до саляма имама, то считается из тех, которые успели на намаз. Но если ты пришел и только хотел подсесть, сделать такбиратул ихрам, и имам уже начал делать салям, ты считаешь из тех, которые не успели на коллектив. Это понятно или нет? Следующий вопрос.